сожалению, все чаще рыбаки-энтузиасты пренебрегают правилами поведения на льду. В надежде получить заветный улов, выходят на водоем с первым снегом. На данный момент речки-то не все замерзли. Что уж говорить об озере Байкал. Два рыбака на автомобилях Нива и УАЗик. Нарушение требований аншлагов и запрещающих знаков о запрете выезда на неокрепший лед. Акватория озера Байкал, так называемом САРУ, на удалении 3 километра провалились под лед. Один рыбак спасся, второй, к сожалению, нет. Как показывает печальная статистика, пренебрегать правилами поведения категорически запрещено. Цена ошибки – собственная жизнь. Перед тем, как отправиться на замерзший водоем, необходимо убедиться в прочности льда. Определить это можно, например, по внешним признакам. Безопасный лед имеет прозрачный цвет с голубоватым оттенком. Во всех остальных случаях лучше воздержаться от походов. Если же речь идет о цифрах, то для одиночных прогулок толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Если же говорить о массовых передвижениях, то здесь лед должен быть не менее 25 сантиметров. Что касается легкового автомобиля, то здесь толщина льда должна быть все 30. Однако не стоит забывать еще одно важное правило. Если же вы оказались на льду не один, то передвигайтесь строго по следам впереди идущего человека, на расстоянии не менее 6 метров друг от друга. И ни в коем случае не нужно бегать и прыгать по замерзшей поверхности. Илья Бельков, Евгений Павлов, Новости дня.